Друзья, давайте начнем. У нас финальная секция, которая посвящена спортивному менеджменту. Я постараюсь в своем докладе отразить и раскрыть все эти вопросы. Меня зовут Александра. Я являюсь менеджером баскетбольного клуба АЭК, это Плотинов, Греция. Прежде чем начать о специфике моей профессии, пару слов о клубе. АЭК был основан в 1924 году, и он входит в тройку сильнейших клубов Греции. Соревнуюсь с наверняка знакомыми вам клубами, как Панатинайкос и Олимпиакос. Но настоящую свою славу АЭК получил на финале Евролиги, это было в 1968 году, когда они совершенно феерично обыграли пражскую Славию, и эта победа была для них достаточно символичной, потому что, во-первых, это происходило на Олимпийском стадионе, который, может быть, известен вам, мы уже жили в Афинах или читали, это знаменитый Олимпийский стадион, который с античных времен еще, и в принципе, это место является сакральным для всех спортсменов со всего мира. И они одержали победу, легендарную, сокрушительную, но наиболее примечательным моментом этого матча стало то, что этот стадион собрал 80 тысяч болельщиков. Этот рекорд зафиксирован в книге Гиннесса, и до сих пор ни один клуб мира, ни по одному виду спорта не может превзойти это количество. Слайд, щелк. Вот этот стадион в наше время, в принципе, я думаю, достаточно узнаваемый. О своей специфике нынешней работы я расскажу чуть попозже, потому что наиболее примечательным, наверное, является тот путь, как я вышла на встречу к этому клубу. Началось все в 2012 году. Я посетила, случайно, между прочим, посетила финал Юга России по АСБ. До этого я полгода работала менеджером любительской команды. Там понятие менеджер любительской команды достаточно включает в себя расплывчатый функционал. То есть в большинстве случаев я сама себе придумала задание и сама их выполняла. Но мне очень понравилась эта работа своей атмосферой. Тренер, президент этого клуба, несмотря на то, что я подчеркиваю, что он любительский, они очень активно поддерживали молодежь, это был мужской клуб, он сейчас существует в Волгограде. Они с особым интересом относились к любой идее, то есть все, что вы могли предложить, они, во-первых, вас могли выслушать, а вдобавок еще профинансировать самые ваши дурацкие идеи, которые на тот момент казались совершенно гениальными. Вот. Я работала в этом любительском клубе, который поддерживал студенческую команду. И как менеджер я поехала на финал. И картина, которая предстала передо мной на финале АСБ, она меня совершенно поразила, потому что, сразу оговорюсь, там не было, на этом финале не было каких-то космических сумасшедших вещей. Там были болельщики, были барабаны, музыка, то есть стандартный набор какого-то. Каких-то вещей, которые делают совершенно сейчас обыденные для всех ивенты. Но эмоциональный контраст, который я испытал, он был связан больше всего с тем, что в Волгограде было в 1000 раз хуже. И я сейчас покажу видео, которое мы случайно засняли на одной из игр в Волгограде, но это видео совершенно точно характеризует, как выглядел студенческий или любой другой баскетбол именно в Волгограде. Да. Смотрите просто на движение игроков. Да.
5 видов форм, то есть кто-то вообще играет в майки, там какой-то непонятный, без принадлежности особой клубу, судейство, ну, в общем, там были все минусы, то есть мы вот недавно с вами разбирали, плюсы и минусы, в Волгограде были все абсолютно минусы, поэтому то, что я увидела в Краснодаре, там с удовольствием поучаствовала в конкурсе, выиграла мячик, у меня просто снесло голову, на самом деле, от того, каким зрелищным, каким атмосферным может быть студенческий баскетбол. И когда я узнала, что АСБ в Волгограде — это вот это, ну, предыдущее видео, но у меня появилась мотивация, у меня появилось желание как-то это исправить. Я ударилась в суть этих проблем, и одновременно с этим ролик уже начал гулять по интернету, то есть там не было функции специально очернить свой, ну, свой же родной город, но так или иначе это видео дошло до департамента, и по случаю знакомства с некоторыми представителями департамента в Краснодаре у нас завязался диалог, мы начали общаться, и к старту следующего сезона я уже вошла как полпред дивизиона Волгоград. То есть мне предоставили такую возможность, и я считаю, это отправной точкой в становлении моей карьеры, и во многом я обязана тем, где я сейчас, вот именно той поездкой в Краснодар и должности полномочного представителя. Следующий слайд. За непродолжительный период и за первый сезон мы подняли буквально с колен этот чемпионат. У меня было достаточно немного помощников, но все мы горели идеей просто исправить эту ситуацию. Нас мотивировали эти фотографии из Краснодара, на самом деле. И мы провели чемпионат, у нас, видите, там, это не постановочный флот, у нас у всех появилась форма, то есть мы радовались совершенно дурацким вещам, то есть вот кому сейчас сказать, у нас у всех игроков была одинаковая форма. Представляете, какое это было для нас достижение, то есть ну просто из ничего мы создали более-менее приличный дивизион. И на юге в целом такая, ну, ситуация такая повальная, на самом деле. Южный федеральный округ, он всегда у АСБ был проблемный, и когда появилось такое светлое пятно, конечно, поменялось и отношение. Параллельно с работой внутри дивизиона, ну, я вообще вспоминаю эти годы как каторжные, потому что, ну, тяжелее периоды в жизни в плане карьерного роста я, наверное, не припомню, даже сейчас мне не бывает так тяжело, как было тогда. Вот, но тем не менее мы развивали в горизонтальной плоскости наш дивизион, то есть мы агитировали команды, мы расширялись, и параллельно с этим та же команда, которая ездила на финал Краснодар, это строительный университет, при помощи того же любительского клуба, который мне также оказывал поддержку, мы заявились в высший дивизион, то есть стали развиваться по вертикали. И, в принципе, это дало нам пути для привлечения внимания к нашему региону еще больше. И это предмет моей особой гордости. Этот зал построен специально для АСБ. Я не знаю, есть ли в зале кто-нибудь, кто может похвастаться таким проектом, но это реально круто. Сейчас расскажу, как это получилось. Когда мы начали участвовать в высшем дивизионе в АСБ, мы начали пользоваться определенным авторитетом. И сейчас к вопросу о том, как уговорить какого-то человека сделать что-то, того же ректора, например, попросил на вас внимание. Как правильно сказал Сергей, нужно понять психологию этого человека. И я обратилась к строителю, который у нас в Волгограде занимается строительством жилья. Он очень известный, в Волгограде очень богатый, и в принципе к нему просто так и не попасть. Но я пришла с совершенно банальной идеей, я взяла его, ну, скажем так, на фон. То есть он потратил 50 лет своей карьерной жизни на то, что строил дома от премиум до эконом-класса, и ничего, в принципе, было неинтересно.
на идею построить спортивный зал, то есть взяться за новый объект, нарисовать чертеж и возвести его. Для него оказалось интересной затеей, и он вложился это в многомиллионный проект. И он на него предварительно сметил, ушло 50 миллионов, в итоге он стоил 75 миллионов рублей. То есть это, ребята, это Волгоград. Вот. И он от начала до конца, то есть от проекта, от выбора участка до вплоть счетов и баскетбольных стоек, все выбирал сам он. То есть он курировал проект от и до. Дальше. Да, вот так он выглядит внутри. Он многопрофильный. Там порядка до 1000 посадочных мест. Он очень светлый, находится в центре города, на берегу Волги. То есть он весь очень красивый. Вот. И когда у нас, кстати, мяч можно претендовать на диаметр. Надо вернуться. Параллельно с этим мы начинали свой следующий сезон. То есть мы на нас стали обращать внимание, мы привлекали все больше студентов, которые обладали различными навыками, там и снимали ролики, и фотографировали. Также вот этот использовали окружающий нас ландшафт, то есть нам не надо было уже ничего перекрашивать, вот стоял прекрасный мяч, который мы под свои нужды адаптировали. Особенностью нашего чемпионата, который также привлек внимание департамента, стало формирование сборной легионеров. Они учились в том же университете, что я, в медицинском, и когда я узнала, что они там занимаются, но не участвуют в ОСБ, хотя имеют полное право на это, тренер мне сказал, я не знаю английского, поэтому они нас не принимают участие. Я взяла над ними патронаж, и весь сезон они отыграли. Они были аутсайдерами, потому что у них свой стиль там игры, но когда они играли, была самая высокая посещаемость. Они проигрывали все игры, но это было настолько эмоционально, что за них болели все, даже их соперники. Вот, и год спустя у нас был готов зал, и его открытие мы приурочили к Лиге Белова. Это был новый формат, и, как всегда, что-то новое было начинать страшно и непонятно, но мы взялись и тоже провели отличный тур, вот, на который, ну, тоже мы не работали с болельщиками, потому что, опять же, повторюсь, была очень маленькая команда единомышленников, и на тот момент уже все шло по накатанной, то есть люди стали сами к нам приходить и сами предлагать помощь. Вот, на открытии приезжал Гомельский, ну это так, да. Дальше. Да, это тоже фотография с Лиги Белова. Вот этот слайд. А по традиции каждый сезон в дивизионе Волгоград заканчивается матчем звезд. Но для нас он имеет сакральный смысл, конкретно для меня, потому что ролик, который мы сначала посмотрели, где все бегали в разной форме, был, в общем, ужас этот творился. При всем фарсе происходящего это было непотребным, но мы решили обыграть эту ситуацию, и теперь каждый год в Волгограде сезон заканчивается матчем звезд, где игроки играют в форме своего университета. Ну, условно, делим на команду белых, команду цветных, чтобы была хоть какая-то идентификация внутри команды. Но, в принципе, этот принцип мы сохраняем, что в Волгограде вот все так неразборчиво. Дальше. Все шло по нарастающей, опять же, и вы там получаете пользование, в подарок огромный зал, то есть это универсальный спортивный комплекс, он огромный. Помимо того, что вы в нем можете играть, он сам по себе затратный. Вы не можете провести там один ивент в год и закрыть его, чтобы ничего там больше не происходило. Там требуется определенные средства на его содержание. И закономерным, в принципе, со стороны этого строителя было обращение к нам, чтобы мы разработали стратегию, как этот зал содержать. И ну, это просьба и обращение сначала меня огорошило, потому что я понятия не имела, как бы меня интересовали наши нужды нашим дивизионам, как проводить соревнования, как содержать этот зал. И тогда у нас было лето на разработку этой концепции, этой стратегии. В это время тренировались там школьники, которых мы тоже поддерживаем под руководством тренера. Я думаю, многие из вас знают
Васю, знаменитый тренировки с Васей, он наш очень частый гость и большой друг, и он занимается с ребятами, и мы его пускали в зал, чтобы, ну, для рекламы, и чтобы зал не простаивал. Дальше. И самый главный и результатом этой стратегии стало сотрудничество с футбольным клубом «Красный Октябрь». Суть моей стратегии заключалась в том, что пока идут летние сборы, мы должны сделать так, чтобы этому клубу стало интересно потренироваться в нашем зале за большие деньги. На наше счастье, арена, в которой они занимались, их оттуда выгнали, а новая арена была не готова. И единственным вариантом, в принципе, для них стала аренда нашего зала. И мы знали о безвыходном положении и воспользовались, в принципе, сейчас. Нам удалось их туда запустить, и когда выяснилось, что они, их арена не будет готовы в течение всего сезона, и, может быть, даже на следующий год иначе не будет готова, они взяли ее полностью в аренду на год. И таким образом содержание этого зала сейчас на 5 лет вперед у нас оплачено. То есть мы можем, исходя из этого, инвестировать в АСБ эти деньги, можем просто закрыть, сколько он будет стоять, и он не будет в убыток идти. То есть вот это на самом деле самый ярчайший пример в регионе, как можно с позиции менеджмента обеспечить существование своего дивизиона, клуба, команды, все что угодно. И еще одним достижением от сотрудничества с АСБ это стало приобретение нашего игрока строительного вуза в команду основы «Красного Октября». Это мы тоже сумели сделать. Ну, а затем началась моя личная карьера, так скажем. То есть в этот момент дела дивизиона немножко отошли на второй план, когда «Красный Октябрь» зашел в зал в этот, где я являлась уже и исполнительным директором, и менеджером по ивент-проектам. Они с позиции сотрудничества предложили мне там должность. Но я рассчитывала немножко на другую. Я думала, что я просто буду курировать мероприятия, когда они будут непосредственно арендовать помещение. Но они мне предложили должность спортивного директора. Я оцениваю на самом деле это предложение двояко, потому что, с одной стороны, если бы я была на их месте, я бы ни за что себя не назначила, потому что человек, который объединяет работу в профессиональном спорте, не может априори занимать ключевую должность. С их стороны, это было опрометчивое решение, но с другой стороны, они подарили шанс, и когда вам однажды предоставится такой, вы тоже должны, не раздумывая, соглашаться, потому что когда вы уже соглашаетесь, потом уже ничего вас не может остановить, потом уже по накатанной пойдет, и не бойтесь, потому что такие шансы, они дают еще большую отдачу. Да. Вот, и проработав незначительное количество времени в «Красном Октябре», оно незначительное количество связано со специфической организацией работы этого клуба. То есть, в каждом клубе есть свой президент, он задает тон своей работе. Я бы не стала там долго задерживаться, на самом деле. От этого клуба я взяла связи, взяла навыки, языковую практику, и этого было достаточно, чтобы потом развиваться. И в один прекрасный день мне на почту пришло предложение от баскетбольного клуба «Айн», который, как оказалось, уже на протяжении 2 месяцев следил за моей деятельностью. Вот, мы с ними пересекались, знакомство наше произошло гораздо раньше, еще в начале сезона, когда мы с ними, находясь в одной группе Еврокубка, поехали в Афины на первую свою игру, на открытие. Это была моя первая игра в составе Еврокубка, это была зарубежная страна, то есть ты ничего не знаешь, ты не можешь никому позвонить, что-то уточнить, потому что ты даже не в России, это было очень тяжело. И наш президент, он является одновременно игроком клуба, он сделал так меня осторожно, что он послал не очень приличный жест в адрес болельщиков, которых там собралось 7000. И в следующий момент, после этого жеста, началась вакханалия настоящая. У нас полетели все предметы обихода, которые болельщики взяли с собой. И в тот момент
этому никто не учит, никто не инструктирует, но пришло понимание, что нужно убрать ванну с площадки. У нас получился такой инцидент небольшой, то есть, ну, в телетрансляции его, конечно, благополучно вырезали, но мы, в общем, убрали команду, как-то пытались успокоить болельщиков, доиграли, выиграли 2 очка, была разъярённая толпа, нас патрулями отправляли обратно в аэропорт, то есть, ну, меня это, я вспоминаю это с дрожью, наверное, в коленках до сих пор, потому что такая толпа, это... На самом деле страшное дело. И сейчас функционал Вайки, он отличается гораздо, ну, он отличается на 100%, наверное, от того, что вы можете видеть в любых российских профессиональных клубах и то, чем вы занимаетесь в студенческих клубах. Потому что приоритетом работы в таком клубе, как АЭК, является прежде всего безопасность. Потому что самый даже рядовой, самый какой-то незначительный для турнирного положения матч проходит при полных трибунах, начинают с 7 тысяч. То есть в Греции баскетбол — это религия. И вы не должны заботиться о том, чтобы развлечь толпу на игре. Вы должны просто молиться, чтобы толпа не начала развлекать вас. Потому что когда начинается какое-то действие, вы просто не можете контролировать. И вы понимаете, что на мне, как, например, на менеджере команды, лежит ответственность за здоровье всех игроков. То есть мы должны слаженно действовать, и вот баскетбол этого уровня — это уже совершенно не развлечение. То есть сейчас я получаю навыки работать в полевых условиях. То есть нет такого романтизма, о котором мы тут 2 дня разговариваем. Все очень приземленно, банально и сулит большими рисками какими-то для личной безопасности. Ну, я вот сейчас покажу просто это. Это моя команда, но я вам покажу небольшую нарезку, как болеют в Греции, чтобы вы поняли вообще, о чем идет речь и как бывает на играх. Не-не-не, там в той же папочке. Там закрылась. Открой. А. Да, вот это. Это лучше болельщика. Это полетели булочки, монеты, бегалки. Есть штрафы, кто-то штрафов, но я могу потом прокомментировать, на самом деле, все нюансы. Обратите внимание, появление опять же болельщика. Это другая игра, это греческий чемпионат против Олимпиакос, наверное. Это он третий раз был на эту стойку. Это закрытое помещение, чтобы вы понимали. Он потом одевает ее. То есть, ну, нет, это
было совершенно невозможно найти. У тебя, то есть, уже были случаи, когда ты уже пришла? То есть, я когда еще работала в «Красном октябре», я на своей шкуре испытала, что это такое ненависть болельщиков, что это такое обыграть команду в гостях. Это, ну, это специфично достаточно. Саша, скажи, пожалуйста, по поводу, например, судей, и как безопасность? Болельщики как-нибудь реагируют на их жесты? Болельщики очень ярко реагируют на любые действия, которые происходят на площадке. И учитывая, что у них они хотят выигрыша своей, они хотят победы своей команды, любое правильное или неправильное решение судьи трактуется однозначно в пользу команды. То есть обидели команду, нужно показать все свое негодование. Поэтому ну, судьи отдельно инструктируют, но это немножко не наша обязанность. Кого назначают на матчи в Грецию, в Сербию, в Турцию, в Израиль, они проинструктированы, как они должны действовать, как поведение должно быть. Но ты как менеджер команды, ты не следишь за этим? Если, грубо говоря, ваша команда принимает гостей? Наша задача, когда начинается нештатная ситуация, во-первых, обезопасить команду соперников, потому что под прицелом, прежде всего, они находятся. Судьи, как правило, нет нападков. Есть задача уничтожить соперника. Штрафы, да, штрафы. Ни один матч Еврокубка, ни один матч Греции чемпионат не обходится без штрафа. Это уже воспринимается как данность, потому что, еще раз повторюсь, баскетбол – это религия настоящая. Мы не можем не пускать болельщиков, не можем игнорировать, потому что моментально начнутся протесты, какие-то волнения, народные запределы стадионы. В этом нельзя им сказать. Нет, штрафы присылают, но... Ну, штрафной клуб, правильно? Да, штрафной клуб. А у вас как же происходит взаимодействие между болельщиками? Да, идет работа, то есть, ну, они, повторюсь, бывают намного смышленнее, организованнее, чем клуб, то есть их гораздо больше, и вот такие сюрпризы там с тысячи бумажек и так далее, то есть... А это был какой-то протест? Да, это команда Арис была, не Айк, это команда Арис, она находится в Салониках. Таким образом, по соображениям, опять же, болельщиков, они решили так обескуражить соперника, что они вот настроились, сейчас там подраться не будет, матч, и они их вот... А это проигрывают, отменяют этот матч, отменяют или нет? Нет, матчи не отменяют. Дело в том, что по регламенту Еврокубка там все это может закончиться штрафом, например, и дисквалификации какого-то игрока, например, если на видео будет доказано, что он спровоцировал такое поведение. Но касательно греческого чемпионата внутри Греции действуют более жесткие правила. Вы не можете купить билет на греческий чемпионат, если вы не предъявите паспорт и социальные, там, карточка социального страхования. Но это касается только греков самих, потому что, как правило, остальные европейцы, другие посетители матча ведут себя спокойно. Вот эти самые такие... разъяренные, то есть есть база данных, их все равно так или иначе отслеживают. Вот. И когда происходит матч внутри греческого чемпионата, если хозяин, например, АЭК, в гостях Панатинайкос, фанаты Панатинайкоса не попадают на эту игру, то есть, чтобы избежать провокации, потому что, ну, вы видели, что там творится, это неконтролируемо. Они что же могут протестировать? За пределами. Да, там горят машины, покрышки. Там, ну, это реально, каждый матч напоминает боевое действие. Я говорю, там мало такого какого-то очарования баскетбола. У тебя есть страхование? Ну, с какой транспорт мы застрахованы, но, опять же, чтобы доказать свою невиновность или что ты пострадавшее лицо, нужно соблюдать ряд мер. Во-первых, вне стадиона, вне клуба мы никак... Нам запрещено идентифицировать себя с каким-то клубом, мы ходим только в своей какой-то штатской одежде, потому что можно спровоцировать тоже какое-то негодование толпы. Все очень серьезно. Саш, то есть болельщиков греческого баскетбола контролировать в принципе невозможно? Ну вот весь балканский, скажем так, народ, полуостров, они реально болеют баскетболом, и в зале можно курить. То есть не то, что там не хватит секьюрити, чтобы запретить всем 7 или 10 тысячам людей курить. Поэтому стоит смог. То есть ты не знаешь, что именно курят эти люди, запрещенные препараты или просто сигареты. И если просто смотреть на толпу, она тебя может пугать. Но если взглянуть в лица конкретных людей, можно прочитать их намерения на самом деле.
Поэтому с ними ведется работа, есть там активисты, как у любой там, у любого фан-клуба, но если они что-то задумали, я думаю, будет оперативнее отреагировать. Саша, расскажи, пожалуйста, ты сказала, что Красный Октябрь. Ты сказала, что спровоцировал. Да, это жесть. Да. А это было как-нибудь доказано? Там? Да, у меня, наверное, даже есть видео. Сейчас я буду. Получается, в греческом баскетболе, кроме привлечения, вне озадаченного привлечения болельщиков на трибуны, еще и брендинг как таковой не особо развит. Брендинг нет, если уже прошла новость, то есть, например, у нас есть скауты, которые хотят подписать игрока, но болельщики, они настолько пронырливые, что они узнают об этом раньше и уже анонсируют во всю новость до подписания, еще это очень часто бывает. И вдобавок ко всему, когда появляется уже новый игрок, просто автоматически заказывают там 1000 экземпляров с его майками и выбрасывают в магазины с атрибутикой. То есть там нету, я не знаю, там у нас в Айке всего один менеджер по маркетингу, он сам себе хозяин, то есть у него нету творческой направленности в его деятельности, он просто штампует товар. Наверное, здесь будет вначале тоже про... Вот что делал наш президент. Он посылает. Мы убираем команду, здесь все операторы научили опытом, и мы сразу стали снимать с компанией лица, чтобы не ее потом с потрохами там просто в тапку в землю, говорят, я больше не приду на наши матчи.
АЭК это последняя команда вообще в мире. Вот, а когда победа, наоборот, ее там заносит, то есть все очень тонко. А там играют только греки или легионеры? Не, легионеры тоже играют. В принципе, ситуация схожая с нашей единой лигой РФБ. Очень много внимания и приоритет на площадке дается легионерам. А условия? А женский чемпионат у вас? Вообще, если удается чуть-чуть увеличить культуру, женщина там на втором месте, на таком подчеркнутом втором месте. Поэтому да, там, конечно, тенденции по Европе женский баскетбол тоже развивается, но не так уж популярен. Такого? Нет, такого нет. А студенческий баскетбол там вообще существует? Да, существует, и у них есть нечто подобное, как молодежный чемпионат у нас в УТБ. У них есть нечто подобное, и они многие заинтересованы в развитии игроков, они их активно драфтуют в НБА, другие клубы европейские, и потом возвращают к себе. То есть они в этом плане развития грекам можно позавидовать, они вот заинтересованы в пополнении именно своей греческой сборной, то есть под движением в плане национальной сборной, они ведут очень плотно. Мы уже все вопросы. Да, да. Сложности у тебя были, когда ты только начала первый год работать полгода, и также, ну, наверное, уже ты по ходу уже рассказала, да, какие сложности у тебя в Айке. Сложности в Айке, да. Ну, сложности в Айке, да, они трудно прогнозируемые, вот, и последствия, как правило, тяжелые. Вот, поэтому, когда они случаются, это разбирается как отдельная катастрофа, как отдельный ЧП. Ну, правда, есть предмет там, беспокойства на такой игре. Вот, ну, как правило, ну, у меня есть какой-то определенный функционал, то есть мне нужно, например, либо вывести команду, либо там, сообщить на пост охраны, что у нас не штат, мне нужно еще 30 спецназовцев, чтобы вынести срочно в зал. Вот. Ну, в принципе, я там с работой справляюсь, и ко мне нареканий нет. А что касается АСБ, ну, опять же, опираясь на вот, первое пока продемонстрированное видео, можете понять, что там не было ничего. И каждые три дня были какие-то ну, нервные опустошения, какое-то зачем это мне нужно, зачем, в какой момент я решила, что мне это нужно, что со мной было, вот такие дилеммы внутренние они часто посещают. И когда вы ощутите похожее, просто знайте, что это уже, значит, вы дошли до точки того, когда вы выстрелите, и у вас все начнет получаться. Потому что если вы уже совсем отчаялись, вам нечего терять, и это значит, что дальше вы пойдете уже как нужно. То есть вы замариновались настолько, что... Ошибки какие-то у тебя? Куча, полно, конечно. Это, ну, это из тебя делает, наоборот, вот, когда мы разбирали эти минусы, плюсы. Чем больше минусов, на самом деле, тем крепче ваш будет характер и тем качественнее будут ваши навыки, которые вам помогут строить вашу карьеру, на самом деле. То есть, чем хуже, если ваш дивизион, вы думаете, что у вас самый худший дивизион, радуйтесь, на самом деле, потому что все ваши минусы – это потенциальные преимущества. У нас еще одним жирнейшим минусом было в Волгограде, у нас была еще одна студенческая лига в городе, в которой играли те же самые команды, в то же самое время, и тот же самый календарь был, и два года, пока мы с ними конкурировали, они просто трепали на все нервы, у нас срывались календари, тем более, что АСБ, регламент более жесткий, есть конкретные сроки, а вторая студенческая лига, она была только волгоградская, они там могли играть, не играть, но зная, что у нас есть рамки, они ставили туда же игры. И было очень много конфликтов, было очень много нервов потрачено, но в этом году они не собрали бюджет, не собрали команды, то есть впервые, наверное, все студенты проявили какое-то единение и сказали, мы будем играть только в АСБ. И мы устранили соперника, и сразу стало скучно, сразу какая-то лень появилась. Но а кто сейчас представитель? Когда я поняла, что мне пора уезжать в Афины, я решила, что пора поделиться с кем-то полномочиями, делегировать ответственность. И тот человек, который со мной был на протяжении трех лет, который проходил от и до со мной все эти этапы, я просто поставила перед фактом, что теперь вот или факел, неси.
И он, ну, в принципе, я никогда не отказывалась, и мое присутствие сегодня здесь, я хотела подчеркивать, что я тяготею все равно к студенческому спорту, несмотря на то, что я сейчас в профессиональном клубе, это всего лишь очередной этап развития. Я никому не пошла здесь работать всю жизнь, наверное, нужно родиться в Греции с этим менталитетом, чтобы кайфовать от этой работы. Вот. Я получу свой опыт и дальше тоже куда-то пойду его применять, может быть, здесь. У меня, на самом деле, есть желание воспитать таких же болельщиков, чтобы мы не покупали своих зрителей, там, не заманивали их какими-то там атрибутикой, чем-то еще, хотя это рабочие методы маркетинга. Но я хочу, чтобы они осознанно приходили, чтобы они приходили смотреть баскетбол, потому что какие бы дикие ни были эти люди, они в первую очередь радуются самой игре. За это их можно любить и уважать. Саша, скажи, пожалуйста, ты сказала, что ты каким-то образом заинтересовала, как ты взяла мандал. Скажи, пожалуйста, Очень интересно. Да, этот план возник в моей голове. Я, естественно, не была уверена в том, что он сработает, потому что, ну, просто подойти и сказать, не хотите потратить 70 миллионов рублей, это, ну, достаточно дерзко и даже глупо с какой-то стороны. То есть, если бы мне сейчас там, года три назад сказали, что надо подойти и выпросить построить зал, ну, я бы даже не пошла на самом деле, потому что, ну, звучит как бы, ну, диковато, правда. Когда я сама рассказываю, это ретроспективный опыт, то есть у меня все как на скачках, то есть там сегодня проект, завтра другой, послезавтра третий. И когда я делала эту презентацию, я просто пересмотрела всю форму за 3 года, я увидела, что на самом деле я двигалась достаточно последовательно. То есть все мои шаги были выверены, и все возможности, которые мне давались, я их реализовывала, хотя я делала это в какой-то мере неосознанно даже. И возвращаясь к строительству зала, то есть я училась в медицинском вузе, то есть как и Николай. Я закончила, но по профессии не работала. Но я по специальности клинический психолог, и мне может быть чуть легче, чем другим, анализировать личность людей. И когда я поняла, что в принципе мне понятны его жизненные приоритеты, какие у него желания и гипотезы, и в принципе я поняла, что мне могут в правильный ключе преподнести. И так оказалось, но это не было, что я пришла одним прекрасным днем в офис человека, сказала, да, построим, он что, слабо построить, он построил. Нет, это технически где-то длилось на протяжении 2 месяцев, наверное, то есть мы обсуждали вообще перспективы развития, то есть моим козырем было единственное, что баскетбол гораздо развивается. То есть студенты, опять же, выезжают в другие города, показывают результаты. И в высшем дивизионе мы потом поехали на финал округа и подтвердили прошлогодний результат. То есть как минимум мы хуже выступили и просто пошли навстречу. Увидели, поверили, убедило. Так получилось. Ты его как-то знала или ты искала там другого человека? Когда я начинала работать менеджером в любительском клубе еще в Волгограде, он был одним из поклонников баскетбола, так скажем, но он всю жизнь сам занимался легкой атлетикой и баскетболу прямого отношения не имел. Но он был выпускником строительного университета. И, не знаю, выбирали бы на прошлых секциях в Северном фасаде, где искать, например, потенциального спонсора и так далее. Вот есть такой неисследованный сегмент — это выпускники вузов. Он на самом деле таит в себе очень много возможностей, потому что если вы проследите, кто были выпускники, кто эти выпускники сейчас, там 10, 5, 15 лет спустя, вы знаете, что они, может быть, могут как раз помочь во всех ваших проблемах. Они могут быть другом ректора, да, они могут быть крупными бизнесменами, они могут работать в медиасфере, то есть это все дело случая, и нужно копать даже в том направлении, где кажется, что вы ничего не найдете. У меня так и получалось, то есть нужно искать там, где никто не ищет, и это на самом деле гарантия успеха. Саша, можно еще вопрос? Ты работаешь, да, в таком классном месте? Как относишься к этому проекту? Плачут, как они, когда я работала в «Красном октябре», они ходили на игры, все они смотрели, они болели. Когда я переехала в Айк и кинула им по скайпу ссылку на прямую трансляцию, они после игры я разговаривала с зареванной мамой, и
она выглядит, я не скажу, чтобы я немедленно ехала обратно. Но тоже, опять же, небольшой дар убеждения. И я скажу, что все нормально, как бы я скоро целую здоровье. Мало того, что я организовываю домашние игры Айка, я хожу на все игры по национальности с олимпиакурса. Вот, да, ну и там на самом деле сидеть страшнее, потому что никто не спасет тебя. Вот, ну. Но это очень интересно, и когда ты начинаешь уже жить этой толпой, то есть сейчас там, смотря матчи Евролиги ВТБ, мне кажется, очень пресными и неинтересными, да, совершенно. Потому что вот после этого, когда там тебя такая дрожь пробирает, и вот эту энергию чувствуешь. А сколько человек собирается в среднем на матч? Сей косм, ну, прям цифры я не назову. Если сравнивать с красным рублем, то бюджет здесь отталкивается от заработной платы игроков, что является, в принципе, ключевой статьей расходов, то в Айке 3 раза пишется. Добавить болельщиков тебе. Да, в России очень любят билеты, поэтому если у вас есть шанс, что съездить, обязательно воспользуйтесь. Там Путин, там фанат герой, непонятно за что. Честно говоря, сол Путин стал уже одной билет. Где команда? Ну, там есть один игрок, который до этого в красном октябре играл, и получилось так, что мы практически в одно время перешли, и как-то там была общая презентация, представление тренерского состава игрокам, поэтому как-то вдвоем зашли, и все нормально. Это на английском общаетесь? Да. Там много легионеров тоже в Грузии? Ну, легионеров? Ничего меньше. В штате там менеджеров? Нет, я единственный легионер. Я почему называю это эффектом политики Терешкова, потому что ну, для меня даже разрабатывают специальный пакет контактов, потому что до этого не было. Я из России не делал, просто чем слышала. Не было вообще. Ну, европей, ну, как правило, тренерский штаб, он может быть собран из нескольких представителей разных государств, и это нормально. Но персонал, как правило, набирают на месте. Это, в принципе, распространенная практика. И когда мне прислали контракт, я встречалась с друзьями, говорю, куда ты едешь, все клубы набирают дома, чтобы не платить, и что такое-то там обман. Ну, сказал, что это нормально. Все. Что с последними ключевым моментом, что Айк стал обязательным для работы? Когда мы приехали с разными сестрами играть смены, и когда у нас случился ЧП, нас полетели все, у меня сработал какой-то автоматизм, я выиграла команду, то есть мы предупредили каких-то уже вещей за пределы. И мы потом, когда общались уже с генеральным менеджером, он там выразил благодарность, какое-то там заключение, я не знаю, что мы очень грамотно сработали, хотя не знаю, что в России нет таких проблем с болельщиками, и, как правило, большинство клубов по-разному реагируют на это. Поэтому, ну, тоже повезло отреагировать так. А на ваше место в Красном Октябре кто-то пришел? Да. Народ слушает меня все вопросы. Нормально. Да, пришел. Человек пришел, который работал в прошлом сезоне на этой же позиции. Его уволили за несоответствие, за некомпетентность, скажем так, но когда стал вопрос в том, что я буду уходить, его вернули, просто нужно было. Только в свое время я туда попала, у них была свободная должность, они мной, неопытным человеком, залатали там кадровую дыру и стали себе спокойно работать. И так же случилось. Красный Октябрь не тот клуб, где очень сильно переживают по поводу ухода сотрудников. Да. Саша, вы скажите, сколько была зарплата Красного Октября? Ну, я эти вещи не скрываю. На самом деле, они, уповая на то, что они мне предоставляют огромный шанс и
там билеты в красивую жизнь, они сказали, вот, ты должна этим жить, как бы вот 40 тысяч рублей, живи радостно. Я согласилась на эти деньги, потому что для меня действительно был входной билет, и я не стала там качать права, потому что самый большой страх был это подвести и натворить каких-то бед, на самом деле, не за зарплату, я там ходила совершенно точно. Плюс в клубе была гибкая и гибкая, но несправедливая система штрафов, так что я, ну, может быть, один раз всего лишь пока я там работала, получила 40 тысяч на руки. Да. Все остальное время это была определенная зарплата, это половина, примерно, меньше заявки. За что тебя штрафовали? Ну, там это рабочий момент, и так как я была на руководящей должности, все, что все огрехи моих коллег, они так или иначе касались моей работы. Ну, на самом деле, существенным косяком был только один, когда вы поехали на Кубок России играть в дизайн, и обе команды пришли в белый фон. Но я согласна, я была согласна с этим штрафом, я признала свою вину, но я не могла никак взять толк, как у команды Еврокуб, который участвует в Еврокубке, который участвует в Единой ЕВТБ, один комплект фон. Вот ты меня убить, я этого не могла понять. Нет, у нас у Красного Октября был один комплект форм. Даже не красный, белый. Нет, у нас белый и черный. У нас на ребята белый и черный форм. Мы ждем, на самом деле. Наверное, да, на этом нам нужно завершить. Еще раз давайте поблагодарим. Немножко организационных моментов. У нас будет 15-минутный перерыв, после чего к нам опять присоединится Сергей Крюков, Позников, Николай. Проведем такой круглый стол с ответами, подведением итогов. И после этого у нас будет кофе-брейк, еще небольшой перерыв. И завтра утром у всех участников будет возможность поехать на экскурсию. Вакантных мест мало. Записаться можно у Марины. Бегите, сейчас. Вот там порядка 30 мест. Да. 9:30, экскурсия. Встречаемся все, тоже вам Марина скажет. А экскурсия? Также, да, куда? И еще один момент. Сегодня в 9 вечера, Сергей, по-моему, говорил, будет вечер памяти Сергея Белова. Мы тоже все туда идем. Будет он в конференц-центре гостиницы АК. Наверное, все централизованы. Если кто-то сейчас после круглого стола захочет посмотреть тренировки, тогда тоже подходите. Сколько там они? Тренировки в 5:30 и в 6. А у них там семинар по физподготовке. Семинар в 4 сейчас идет. И еще такой момент. Ребята, которые успели записаться на точки, на матч звезд, VIP-зона. Вы после вечера памяти Сергея Белова не разбегайтесь, вам надо будет с Анастасией Крюковой пересечься. Вот она помахала ручкой, да. Люди, которые у нас будут участвовать в конкурсной программе, в шоу и в матче, там тоже могут быть задействованы. В 19:45 вы должны быть уже в спортивном зале ННГУ вместе со спортивной формой. Сегодня. Да, если не знаете, где находится зал и живете в профилактории, собираемся в 19:35, и я вас отведу. А где встречаемся? На первый этаж профилактория. Я сейчас.
Спасибо.
рабочий момент, может, они основанных клуб, но у каждого есть легенда, у каждого, каждый грек может обосновать
почему болит, я не знаю. Нет такого, что, например, сейчас, если Олимпиакос вылетит из топ-16 Евролиги, останется в Панатинайкос, ни один болельщик Олимпиакос или другой век не придет болеть за Панатинайкос никогда. То есть у них вот и ненависть, и любовь, они вот как-то не связаны. А средняя вот цена на билет? Цена варьируется от 5 до 50 евро. Но не пересчитывайте, сейчас не надо пересчитывать на наши рубли, и потом больше долларов свою сумму выйдут. Это нормально для греков, по подъемной сумме. Это даже в среднем получается дешевле, чем попасть у нас там, на матч. А что бы ты в первую очередь сделала, чтобы заранить баскетбол и любовь? Мне кажется, у нас вообще полный, мне кажется, провал кадра. То есть у нас... Если мы, допустим, думаем над проблемой, как же нам возродить студенческий спорт, почему-то все думают, что в профессиональном спорте все круто, все гладко, там на самом деле не так. Там такая же острая нехватка специалистов, и никто толком не знает, как там двинуть свой клуб. Хотя у них тоже есть и красивые истории, тоже в ЦСКА с трудом набирает болельщиков на свои матчи. Там только на Евролигу приходит бейсбольная толпа, которая там радуется и там... вальяжно аплодирует каким-то рамкам, защищенным. Это ужас, на самом деле, потому что я общалась с тренером, и он говорит, что ну, сначала ему было сложно, потому что публика никак вообще не реагировала на победы или проигрыш команды. Ну что вы выиграли, что проиграли? То есть, мы заплатили деньги, пришли, вот как на спектакль, поаплодировали и ушли. То есть для него это было тяжело. Ну, морально очень долго с этим боролся. Но всему привыкаешь, как бы он сосредоточится на своей работе. Ну, я считаю, что если наши профессиональные клубы обратят внимание на студенчество, у нас наконец-то произойдет хоть какая-то интеграция и со стороны там вливания игроков в профессиональную среду, и если нам они будут более открыты к вот таким кадровым перестановкам. То, что «Красный Октябрь», может быть, это сделал из, ну, по недальновидности, но на самом деле они очень такой открытый коридор для талантливых и перспективных людей, потому что я не знала, что с функционалом вообще, то есть по нулям просто. Я английский, у меня там хромал, потому что в Волгограде нет необходимости на нем разговаривать. И за 2 месяца я свои навыки прокачала, потому что под угрозой там позора или еще чего-то, не знаю. И, в принципе, я не отличалась уже от спортивных директоров, которые работают во всех известных клубах, единой ВТБ, там годами работают, ничего не отличалась абсолютно. То есть там не так сложно. Портрет Волгограда, соответственно, дальше вендмейджер Альянс. Спортивный директор, Саша, поподробнее все-таки. Та функция, если функционал вот в этой сфере понятия, да, связанной с СГР, с Олесом, то что ты делала? Вот, что было в твоей функции? Ну, по опыту своей работы и общения со спортивными директорами других клубов ВТБ, я понимаю, что, опять же, это, наверное, в силу отсутствия стратегии и перспективы развития этих клубов, вот именно кадрового потенциала. Каждый спортивный директор в каждом клубе наделяется своими полномочиями и своими обязанностями. То есть если я одними вещами занималась в «Красном Октябре», они совершенно неприемлемы для спортивного директора в ЦСКА. Я занималась всем, чем угодно. Я была, не смейтесь, единственным человеком, который разговаривал на английском языке в клубе. Английского не знала даже тренер. Поэтому, когда возникало, я тоже его не знала, но были базовые навыки, но, в общем, все решили, что я лучше знаю, поэтому бросали меня на амбразуры, мне нужно было звонить в департаменты по Еврокубку, по организации соревнований, это тоже такой определенный мандраж я испытывала, потому что ты просто не знаешь, что тебе отвечает человек, и переспросить неудобно, и уже, наверное, пора что-то сделать, а ты не знаешь. То есть мой функционал в «Красном Октябре» был весьма широким. То есть, начиная от того, что игроку, там, легионеру приспичило поесть 3 часа ночи, и нужно съездить в KFC, затариться и привезти ему эту еду, потому что нельзя отказывать по контракту, мы должны привезти эту еду. И заканчивалось там оформлением виз, покупкой билетов,
чтением регламента и составлением всех заявок для лицензирования команды всех трех соревнований, в которых мы участвовали. Это Еврокубок, ВТБ и Кубок России. То есть деятельность была разная. То есть ты заказываешь суши, пишешь заявку. В общем, разное. Саш, еще хочу вернуться к вопросу по болельщикам. Да. Смотри, вот если, например, провести работу с болельщиками профессиональных клубов, как ты думаешь, возрастет ли интерес, спрос на студенческий баскетбол? О какой лиге мы говорим? Ну, лига ВТБ. ВТБ. Ну вот сейчас наметилась такая тенденция, что у нас с позиции абсолютного лидера немножко уходит ЦСКА, и это естественным образом подогревает интерес. То есть не только выступает на тяжкие химки, смахивает, это автоматически формирует вот эту интригу, и тебе уже хочется смотреть. Даже если ты не можешь туда прийти, ты по телевизору обязательно посмотришь. И это ключевые моменты, когда сама игра начинает быть интересной, болельщики стекаются. И самое поразительное, что не нужно тратить на это денег, они сами придут. И просто, когда с одной стороны директорат лиги делает то, чтобы продвинуть ЦСКА по своим каким-то убеждениям, ну, есть полномочия, есть ресурсы продвигать команду, но не понимая при этом, что вы топите интерес и интрига гасит, то есть чем-то жертвовать приходится. Но вот сейчас, когда клубы, несмотря на то, что их немножко придавливают, вот я имею в виду Локомотив и Химки, они все равно поднимаются сейчас, и естественным отбором, мне кажется, мы выйдем на эту. И то же самое с ВСБ, то есть в том году у нас произошел резонанс, у нас сменился лидер. Посмотрим, как будет в этом году, но это уже тоже небольшой сдвиг в сторону того, чтобы футбол нес свою естественную функцию, чтобы он был зрелищным. То есть, а все остальное — это обрамление, оно на самом деле не так важно. Нет, я к тому, что вызывает ли интерес к студенческому баскетболу повышающийся интерес профессиональному баскетболу. Ну, это можно вернуться к теме сегодняшней первой, когда Сергей рассказывал о том, что продукт должен быть качественным. То есть если студенческий спорт станет немножко преобразуется, немножко повысит свою внутреннюю интригу, может быть, это и повлечет. Но, конечно, я никогда не считала, не считаю, что профессиональный студенческий спорт каких-то раздельных вселенных развиваются. То есть все, безусловно, взаимосвязано. Даже если вы помните фильм «Хоккейный легенда номер 17», какой он бешеный ажиотаж вызвал среди детей, среди молодого поколения, все повально стали заниматься хоккеем. Я просто слышала, что собирается снимать фильм о Сергее Белове, и, может быть, это тоже станет определенным толчком. И кто знает, во что это выльется, выстрелит профессиональный спорт или студенческий, мы не знаем. Но мы здесь собрались для того, чтобы как раз чуть-чуть ближе подобраться к профессиональному спорту и подумать, чем могли быть ему интересны, чтобы интеграцию уже общую стратегию разрабатывать, потому что болельщик, он у нас всех один, как бы, и те же студенты ходят и на студенческий, и на матчи профессиональных клубов, и я думаю, здесь можно искать пути на самом деле. 7 миллионов вопросов. Просто так не отпустим. Да. Все, спасибо большое. Саша, это видео с болельщиками есть в социальных сетях? Это на самом деле нарезка, то есть там можно, можете, если вам понравился этот молодой человек, очень, который вылетает на стойку, можете набрать в ютубе Ike Crazy Fun. Он там есть очень длинное видео, я просто постаралась вам самые такие вот крутые моменты запечатлеть. Но очень много видео, там Фонтинатис, Олимпиакос, Арис и Айк, это вот. Это 4 популярнейших и сильнейших клуба Греции, и, соответственно, у них поддержка тоже. Есть такой же, только в NBA, там, кузады, он всегда открывает. Да. Он на стойке просто не лезет. Да, он уже не долезет. Ну, в NBA, я вот на самом деле с такой небольшой прохладкой отношусь к NBA. Там нет души какой-то. Вот чисто мне в национальном плане европейский баскетбол гораздо ближе, он какой-то искренний. Там, я понимаю, за океаном звезды, титулы. Культура у них
такая фальшивая. Да, вот у меня. То, что они улыбаются, это не искренне. Почему тогда полный зал? Вопрос. Ну, потому что сейчас такое, что нужно пойти просто. Просто без зала. Да. Ну, я иногда не понимаю, чем вызваны их там. Когда начинают болеть, там вот, когда слышат гул, вот это там очень тоже большая посещаемость, но сколько я не смотрела, я никогда не могла понять, чем это оправдывает. Поп-корн. Корн, да. С курицей, пиццей и поп-корн. Пиво, 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 там еще пиво. Попить аляску, пар. У нас должно быть как же тость, как грех. А кто управляет этим спортивным комплексом? Вообще? Директор?
Я являюсь исполнительным директором этого спортивного комплекса, но сейчас работаю удаленно. То есть все проекты, ну опять же, вот этот год, он такой, скажем, свободный, в этом плане не нужно ничего придумывать. Там есть минимальный персонал, который следит за показаниями счетчиков, за безопасностью, отвечает за уборку. То есть они, у них есть еще администратор, который, в общем, ежедневные функции какие-то выполняет. А что касается таких направленных проектов, мы с директором всегда на связи, на скайпе можем обсудить какие-то вопросы. То есть вот сейчас идет обсуждение по предстоящим финалам, то есть может быть... Сократствует первый вид спорта, мы занимаемся. Да. Ну и проблемы с строительством арены домашней. А на сколько мест там? Близко, чем сколько мест? Ну, в базовой застройке, когда не было Красного Октября, там было 550 мест. Сейчас они где-то до 3000, по-моему. Но это больше обязательный регламент, да, не меньше 3000. Да. А каким образом человек инвестировал средства? Он их не планирует возвращать. То есть это просто как благотворительный, по сути, проект? Погружаясь немножко в тонкости психологии, вот, описывая его личность, то есть человек, он возрастной достаточно, ему почти 70 лет. Он большую часть своей жизни строил. Он строил много, и дошел, у него взрослые дети, обеспеченные внуки. То есть, ну, не хочу сказать, что теперь он готов там пустить все свои инвестиции во что попало, но мотивировать его удалось, то есть он обладал этими возможностями, и он прекрасно понимал, что это идет многолетнее пользование. Просто он не хотел по воскресеньям в церковь, да, с женой ходить больше. Никогда. Ну, у него специфическое вообще, да, восстановление жизни. Он всю жизнь прошел в Волгограде, но люто ненавидит этот город, администрацию, таких разных представлениях о жизни, о том месте, где ты живешь, строится сообщение. Ну, хотя бы одно от души. Да. Но на самом деле ходит на игры студенческие, то есть там спрашивают, как что-нибудь еще нужно купить. Или, ну, он достаточно так живо интересуется всем. Он да. Его не привлекает перспектива быть самым богатым человеком на кладбище. Да, совершенно. Может, 70 лет уже как-то какие-то французские цели начинают ставить. Можно. Думаешь, можно найти еще одного? Прям такого, наверное, нет, но просто чем безбашеннее идея, тем вот больше у нее шансов сбыться. Это, ну, это совершенно точно. Нужно смотреть, нужно слушать. Слушать, что говорит человек, и читать между строк. То есть, как правило, в речи человека всегда содержится ответ, и он вам дает понять, что он хочет услышать. Да, чисто моя узкая, ну, специфика понимания, как строить общение между людьми, оно там спроецировано там, моей там, профессии, в которой я не работала, но базовые знания, которые обладаю. То есть мне интуитивно очень просто понимать людей, и как бы вот, не исправляется, да, в чем-то. Да. Вот у вас, когда вы перешли в Вайт, ну, я так поняла, первая проблема это была болельщики. Первый единственный. Первый единственный. Вторая проблема, я так понимаю, это как менталитет, отношение к женщине. Да. А вот какие-то еще проблемы, с которыми вы сталкивались, есть прям такие масштабы? Да, но они касаются работы, это желание. Желание попробовать все санкционные продукты, которые запрещены в России. На самом деле, чем хороша работа в европейском клубе, тем, что там очень разветвленный аппарат, ну, административный аппарат. То есть на каждую какую-то функцию есть по несколько человек, и тебе дают очень много времени это сделать. То есть нет такого обрала, никогда все размерено. В Греции рабочий день начинается после 11, и он как-то с обедом пересекается, и что-то уже вечер. В общем, такого работы ты не замечаешь, только вот на играх такая творится жесть.
Вот, поэтому, как только привыкаешь к этому образу жизни, ну, если ты ответственный человек и как бы вовремя все делаешь, ну, можно в этом клубе очень долго проработать. Но при этом, как я повторюсь, однообразные выполняют задания, потому что выше не садишься. Да, у меня контракт с ними до 15 июня с опцией продлить. А советский баскетбол, не футбол, футбол, да. И два сильных спорта? Нет, футбол и баскетбол это основные. Мы посещаем, конечно, у них еще раз там и парусный даже спорт, какие-то редкие вещи. Но если мы говорим о вот такой популярности, вот, они бьют все. Саша, а пример, какой бюджет у баскетбола в баскетболе? По сравнению, допустим, с командами в лиге ВТБ, если